Всем привет! Я получила заказик от Faberlic. И что я заказала на этот раз, сейчас я вам покажу. Ну, во-первых, я заказала несколько наборов. Один набор – это гель для душа и молочко для тела. Это Витамания маракуйя. Мне интересно, как это пахнет. Ой, фруктами пахнет, очень вкусненько. Одно удовольствие будет купаться. Бутылочки небольшие, и удобно будет положить это в сумочку, если ехать в дорогу. В общем, хороший очень наборчик. А еще я заказала еще один наборчик. Наборчик киви, тоже Витамания, но из-за скраба. Здесь скраб и гель для душа. Покажу вам поближе. Сейчас понюхаем. Тоже очень приятно пахнет фруктами. Очень приятно будет мыться. Ну и вот такой скрабик. Скрабик маракуйя. Ну-ка, открыть, если его. А он запечатанный. Но я не буду пока его тогда открывать. Но я хочу сказать, что вот с обратной стороны я вижу, что там вот как скрабик, как соли. Я думаю, даже похоже на киви. Как будто там семечки киви. В общем, этими наборчиками я очень довольна. Вот такая красота у меня теперь. Что же еще я заказала? Заказала еще один наборчик. Вот такой вот наборчик с красным крестиком. Это лечебное для укрепления волос набор. Так как волосы все равно у всех выпадают, но я, например, не знаю, сколько их должно выпадать, а сколько не должно быть. Но укрепить лишний раз волосы не помешает. И вот здесь, и вот это вот активный шампунь против выпадения волос. Вот такой вот он. Это укрепляющий гель-бальзам. И разогревающая маска для против выпадения волос. В общем, такой вот замечательный наборчик, и наборчиком там все получается намного дешевле. Вот поэтому я и взяла полностью набор, чтобы это все вышло дешевле. Будем укреплять волосы. В предыдущих своих обзорчиках я уже показывала, что я брала Реноваж. Это уход за лицом 50+, тем, кому за 50. И в общем-то, что-то покупала моя дочка, что-то брала я. И, в общем, у меня, в принципе, собралось полностью весь уход. Мне не хватало только вот этого омолаживающий крем для шеи и декольте. Вот этого крема для шеи и декольте. Вот этого крема для шеи и декольте мне как раз и не доставало для полного комплекта. Вот он такой. Так что теперь у меня весь уход Реноваж есть. Буду пользоваться с удовольствием. Ну и еще по уходу за лицом я взяла вот такие масочки. Они сейчас по акции мне достались тоже дешевле, чем, например, в магазине стоят. Была хорошая скидочка, и поэтому я их взяла 4 штуки. Они разные. Увлажнение, экстракт лотоса. Питание, масло макадамии, обновление, экстракт алоэ вера, детокс, экстракт винограда. Вот такая радость теперь у меня есть. Теперь будем делать масочки почаще. А еще я взяла бальзам для губ оттеночный, натуральный тон.
Но так как я не часто люблю краситься, честно скажу, я пользуюсь бальзамом для губ или бесцветной губной, ну вообще бальзам для губ. Я хочу посмотреть, он оттеночный и как это будет выглядеть. Сейчас я его открою. Но выглядит он розовеньким таким. А вот как он будет смотреть на коже? Ну, в общем-то, он... Цвет он не дает. Я смотрю, он как прозрачный. Но такой вот блеск дает. В общем, это, можно сказать, блеск для губ, бальзам. Хотя он придает объем, да, это факт, он будет блестеть. Пахнет вкусно. Клубничкой, кажется, пахнет. В общем, приятный запах. Будем пользоваться. Еще я взяла пудру шариками. Но в упаковке, наверное, не очень хорошо видно. Сейчас я сниму пленку. Посмотрим. Там было 3 тона, но я выбрала тон натуральный, потому что у меня кожа светлая и загорать я не люблю. Я лицо от солнца прячу. Тут такая вот сверху губочка. Вот такие вот шарики. Они будут немножечко с блеском. Это как это пудра сияющая. Посмотрим, как это будет сиять на лице. Еще я взяла румяна. Румяна я взяла розовенький цвет, ну такой, как у меня есть. У меня, вернее, румяна уже такие заканчиваются, но они у меня в наборе. И набор с собой носить мне неудобно. А тут я увидела, что есть такой отдельно просто румяна и еще и с кисточкой. Мне не нужно будет брать целый набор, таскать с собой. Можно будет взять просто румяна. Вот такая маленькая кисточка и вот такой вот цвет румян. Ну, в общем, не очень хорошо. В общем, не очень хорошо вам видно, наверное. Но это такой легкий розовый оттенок. Это как раз то, что мне нужно. И вот маленькая кисточка тоже вот в наборчике есть, и это хорошо. Вот такой вот, такая вот коробочка небольшая. Ну и напоследок влажные салфетки для экранов и мониторов. Здесь их 30 штук. Просто очень часто бывает нужны они для того, чтобы протереть либо экран на компьютере, либо телефон, ну или какие-то еще другие поверхности. Я думаю, что это также можно экран телевизора протирать. Ну, в общем, такие вот салфеточки. Ну все, мои хорошие. В общем-то, я ознакомила вас со всем своим заказиком. Заказ получился у меня большой, так как были скидочки. И заказать я смогла больше, чем обычно. Заказиком довольна. Все, что я приобрела, все это мне очень нужно. А на этом я хочу с вами попрощаться. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.